Центральному поликлиническому отделению Люберецкой областной больницы исполнилось 50 лет. За полувековую историю медицинское учреждение постоянно совершенствовалось и сегодня по многим показателям считается одним из лучших в Московской области. В честь праздника в стенах поликлиники прошло торжественное собрание. Там работали мои коллеги. История этой поликлиники, которую в народе называют поликлиникой у Вечного огня, началась в 1973 году. Тогда она обслуживала жителей северной и центральной частей города. Маленькое учреждение с годами переросло в большой комплекс. Сегодня здесь базируется консультативно-диагностический центр, благодаря которому пациентам оказывают не только первичную, но и специализированную медицинскую помощь. Поликлиника на сегодняшний день пережила многое. И смену коллектива, и смену руководства. Но всегда здесь была команда. Была команда, которая делала одно общее дело. Команда высоких профессионалов. В адрес команды, которая работает в поликлинике сейчас, и людей, которые трудились здесь многие годы, прозвучали поздравления и слова благодарности. Символично, что ваш юбилей совпал с нашим юбилеем нашего любимого города. Я от лица главы городского округа Люберцы Владимира Михайловича Волкова поздравляю всех причастных к данному празднику с вашим юбилеем и желаю вам здоровья, вашим семьям, благополучия, тепла, семейного счастья и, самое главное, благодарных пациентов. В юбилей поликлиники по традиции чествовали лучших сотрудников и ветеранов здравоохранения. Виновникам праздника вручили благодарственные письма губернатора Подмосковья и главы городского округа Люберцы. Медицинских работников поздравили также творческие коллективы и артисты. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. 400 раз видим,